Всем привет! За мной наша аллея из красивенных фонарей. И сегодня у меня крутая новость. Смотрите. Мы сегодня с Юрием Кирилловичем здесь на заводе. И смотрим первый раз, что получилось от реставрации нашего светильника. Сам корпус восстановлен, качественно покрашен. И заменены все стекла. Это поликарбонат с так называемой оптической пленкой. Цвет подобрали максимально близкий к тому, что сейчас там есть. Вот так выглядит сам световой модуль, который внутри. Это условно такая длинная лампа из ряда светодиодов по каждой стороне. Вот так выглядит внутри. Вот сам световой модуль. И светят диоды во все стороны. Вот так это выглядит, когда светит. По-моему, круто. Юрий Кириллович, вам как? Мне супер, очень нравится. На камеру, скорее всего, баланс белого не передаст, но вживую это такой огненно-оранжевый. Цвет красивый. Посмотрите в макро. Наконец-то это нормальная покраска. Не облущенная, ничего не проржавевшая. Приятно посмотреть. По-моему, выглядит красиво. Можно начинать делать все остальные фонари. Все, пока. Компания Vitava мега крутые. Они взяли и на примере показали, что они могут. Мы теперь полностью уверены в результате. Теперь следующий этап — это столбы. Все вот эти основания под плафоны и сам столб надо качественно отреставрировать. Мы должны определить технологию, что, как мы делаем с этими столбами, и найти физически тех, кто возьмется за такую работу. Вот этих, да. Чтобы не было этих засветов. Заворачивается. Нет, все правильно, надо сделать как можно лучше, а хуже само получится в процессе.